Эмы. Зачем ты это постишь? Так, ладно. Продолжим. Играет The Third District, Людовик. Вот тебя-то я как-то... Да зачем ты кинул-то? Взять надо было. Да... Зачем ты? Что, дурак? О, сука, пиздец, я разжирел. Нехер было убивать инструктора по фитнесу. Фух. Петраморчик. Тихий холм. Космодром, храм смерти. Тихий холм, давай. Silent Hill. Сломать нельзя никак. Что-то я не понимаю. Назад нельзя. Да ну еще время кончается. Блять, ты игра, ты ебанутая или чего, блядь? Чего? Да камон. Так, окей, это так выглядят дымовые шашки, хорошо. Вообще нормально ты среагировал. Забрали синюю карту. Пирамида головой. Coffin Head? Чё? Чё? Я, конечно, понимаю, что это Quiet Hills. Они, ну, что-то похожее на Silent Hill. Космодром.
Ну, нет. Бля. Да камон, чуть, блядь. А чё робот мне хотел сказать? Остановись, кожаный мешок, остановись и внемли, червь. Ибо я непобедимый киберман с планеты Глорбакс 12, склонись перед мощью моего искусственного интеллекта. Я пришел надирать людские задницы и жевать жвачку. Рот не пойдем. И люди уже закончились. Бип-бап. В меня заложена любовь. Исправление. В меня заложена любовь к смертоубийству. Бип. Убить всех человеков. Бип-бап. Бип-бап. 1-0-1-1. Ну понятно. Суперсекретный код. Суперсекретное послание. Я пришел надирать людские задницы. Молодец. Ладно, я построю свой банк с блэкджеком и шлюхами. Окей. Твою мать. Что это за червяк? Черепашка не едет. Желтая карта. Окей. Так, будь осторожен, будь осторожен, будь осторожен, будь осторожен, будь осторожен, будь осторожен, будь осторожен. Все нормально. Все хорошо. Окей. А, храм смерти. Temple of Death. Блять, Индиана Джонс, что ли, будет сейчас? О боже. Надо было прыгать? А в ней можно прыгать? Ох, класс. Чего? Ну я же ударил, алло. Бля, я тебе говорю, у него иногда хитбокс в миллион километров, а иногда, короче, удар в смысле. Чего? Откуда мне знать было, что там прыжок нужно было делать? Пипец-то игра. Пестережки никак. Спасибо, что сказал.
То есть мне это еще, блядь, нужно на время делать. Очень смешно. Тележка. Тележка. Не понял. А, и тут что-то другое? Да что ты... Да, мать. Чё? Окей. Интересно. Так, и что дальше-то? Нихуя среагировал. Прыгнуть влево. Да и камера сегодня проскролится как-нибудь хотя бы. Да что-то уровень долгий больно. Что там? Там никого больше нет, все. Фиолетовая карта. Окей. Мы можем открыть дверь. На нах. Блин. Так, не так, ну. Чё? В смысле? Не понял. Ебабай. Да, а, лёгкая, мол. Воу! На нах, блин. Ну, он здесь, ага, один. Иди сюда, я не хочу спортивки запачкать. Обыши вон! Вопросики решаться будут. Ну что, поехали? Куда? О. Так, не понял. Чё, блядь? Хуя себе. Ага. Я понял. Окей. Чё? Чё? Алло. Эй, эй. Чё? И это все жалкое зрелище. Боевая стойка. Хм, стиль. Шинкагерю. А что диалоги такие быстрые сидят? Не нравится мне твои внеклассные занятия. Давай потом, Снежка. Иди домой и забудь о том, что произошло. Второго предупреждения не будет. Пиздец просто. Все, уходим. Ага, пошли. Чё?
Не путай мое милосердие со слабостью. Что происходит? Чё? Я ни хера не понял. Мне жаль, что сегодня у нас не получилось встретиться. Что происходит? Я перенес нашу встречу на завтра. Надеюсь, ты приятно провел этот вечер. Ну, как тебе сказать? Смотрел кассету про то, как соседей убили. Потом на какую-то фабрику залез. В лимузине. Не выпускайте детей из здания. Чё? Не берите сладости от незнакомцев и не ешьте сладости, вид и запах которых вызывает вопросы. Чё? Удостоверитесь, что вид или запах сладости, который дали вашему ребенку, не вызывает вопросов. Ты кто, блядь? И даже не вздумайте заходить в третий район. Ты чё? Ты кто? Другим новостям. А, это, блядь, по телеку это. Здорово. Сладости или гадости? Чего? Ты в меня, что ли, нарядилась? Ага. Так и знал, что сразу поймешь. Ты же каждый день в одном и том же. С Хэллоуином. Сладости или гадость? Что? Ну, я понимаю. В смысле, блин, что? Сладости или гадость? Сладости или гадость? А теперь давай мне конфету. Сейчас посмотрю, что найду. Отлично. Смотреть холодильник. Поиск. Вы нашли рыбью голову. Ох, вау, это же голова. Передавай привет Левиафану. С Хэллоуином тебя. Че? За другим новостям. Что? Ничего не понял. Узри комедия, отважный бой открыл глаза от спячки ядовитой. Мы с трагедией тебе в чаёк подсыпали кое-чего, а ты не знал, дурачок, сопротивляться. Твое сопротивление бесполезно. О, славный вой, однако ж песок жизни вытек не вполне, хоть время человеку и не подвластно. Че? Взгляни же на мой скорбный лик и внемли. Ага, внемли, сучка. Две ярких маски пред тобой предстали, одна из злата, та из серебра. Те маски воплощают жизнь и смерть. Так внемли же узри, что серебро есть смерть. Мечом и пращую людей освободит от жизненного гнета. И какие у нас убивец, а? В отключке не такой грозный, конечно. Хи-хи-хи. Золотая маска воплощает жизнь, детем божественным, блуждая по бесконечным временным фракталам. Злу Вавилона не подвластно. Это девочка? А я и знать не знал, что ты таким, по таким делам. Хи-хи-хи, извращенец. Две маски пред тобой, но лишь одну надень, став жизнью златом, смертью серебром. Песка крупинки три осталось лишь в часах, вот сделай мудрый выбор. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. Через три дня мы встретимся еще раз, и тебе придется выбрать между жизнью и смертью. Выберешь одно, и мы заберем у тебя другое. Все, брысь. Че? Осталось 4 дня. Ничего не понимаю. Ты думаешь, я понимаю? Я знаю, что понимаю? У нас телевизор сперли. Итак, расскажи мне про этих людей в масках. Это было в начале. Как я здесь оказался? Расскажи мне о людях в масках из твоего сна. Они меня травили, я не мог пошевелиться.
У меня две маски, золотая и серебряная. Давай так. Все со мной про... Ага. Они сказали, что через 3 дня что-то случится. По-моему, они мне угрожали. Ах ты тупой кусок говна. Что? Чего? Вставай. Вставай, блядь. Мой мозг перестал нормально реагировать на происходящее. Что происходит? Я 28 лет. В богом забытых джунглях убивать солдат было несложно, я быстро с этим смирился. Но когда я сжег свою первую деревню, смотрел на рыдающих голых крестьян. Чё? Я вижу их каждый день, и дело не в ПТС, дело в наркотике. Прошла всего неделя, но мне кажется, будто это был год. Каждое слово тянется все длиннее, а комары зудят все громче. Когда наркотик выветрится, время остановится, и я навсегда останусь в джунглях. Будто в моих часах песок по крупинкам падает. Я знаю, что грядет, и мне нужна твоя помощь. Осталось 684 дня. Чё? Эй, помоги бате поправиться, а? Батя за тебя кровь проливал своими руками. Так, опять это сейчас будет осуждающий момент. Не, а ведь его день как трезвый. Как же там, как же так вышло? Всю жизнь провел во власти вещества и без него благополучно канул в лету. А, это типа он, что ли? Вместо того дед теперь сидит. Он жалок, да, омерзение жалок. Пойдем постараемся в глаза ему не смотреть. Пожалуйста, Чё происходит? Твой отсутствующий взгляд не вселяет в меня уверенности. Я увеличил дозировку, раз уж мы вчера не встречались. Постарайся запомнить то, о чем мы сегодня говорили. А о чем мы сегодня говорили? Чё-то я, это знаешь, у меня чё-то какие-то проблемы. ПТС, говорят у главного героя. Посттравматический синдром. Аль-Хасим. Тайный основатель, исполнительный директор корпорации по военной логистике Наутек. Тесно связан с правительством Новой Мекки и силовиками. Скорее всего, не имеет серьезной охраны. Возраст 71 год. Рост 172 сантиметра. Цвет глаз карий. Тип психики устойчивый. После успешного выполнения задания отправьте код. После прочтения сжечь. Мы не с этого начинали? Играет Катана Зеро Ледовик. Это же было, это начало самое. Твою мать, ну зачем ты так высоко прыгаешь-то? Чё ты делаешь?
Ну запрыгни, что ж ты. Чего? Да как не попал-то, ёпт. Да что с этим прыжком-то вот? Твою мать, вот... Зачем ты дверь-то открыл, а? Пиздец, что происходит? Да что? Игра, ты мне сказала, что у меня бессмертие, когда я кувырок делаю. Какого хуя меня убивают? Ты издеваешься? О, пацан, полетел. Блять! Не двигайся, Илья! Чё? Камон! Чё происходит? Так, я понял. Дай, блять, кинь! Сука, сбежал, козел. Статую тебе вкину, блядь. О, это ёпт, как её? Каренина? Или как её? О, опять мы здесь. Бля. Так, а что такое? Что? Огнемет? Серьезно? Огнемет? Так, мне что-то... Да камон, как ты... Чего, блять?
Да ну конечно. Охуенно этот огнемет. Такой полезный, что пиздос просто. Я лучше в рукопашку, блять, разберусь, нахуй. Со всеми. Кто-то был, ну короче, я тебя убил. Бля, там нельзя, чтобы стреляли просто вообще никак. Можно было спуститься, что ли? Я что-то не подумал об этом. Что-то я скип тут не могу. А что случилось? Открыть глаза. Просыпайся. Просыпайся, бля. Башка трещит. Что происходит-то? Головку бомбос, значит. Э? Я как больше ждал от знаменитого змея. А я еще и фанател от тебя. Последнее слово. Дернуться. Эти веревки так просто не порвешь. Целовака, как башку ему отчекрыжишь. Чё? Чё, палача зовут Целовака? А, как башку ему отчекрыжишь, кинь остальное в цемент. Будь ласка. Чё? Конечно. Чё? Просыпайся. Башка трещит. День сурка. Головку у вас, значит. Большего ждал знаменитого змея. А еще фанател от тебя. Последнее слово. Нежные ответы, Ви. Я же не представлялся. Предлагаю вырвать ему язык. Господи Иисусе, даром время просрал. Теперь на свидание опоздаю. С мамкой своей. Вот тухни, блядь. Нам того стоило. Башка трещит. Головку бобо, значит. Я как-то больше ждал знаменитого змея. Я еще фанател от тебя. Последнее слово. На свидание опаздываешь, Ви. Ах ты хитрый засранец, ты не с Хроносом приперся, ты так под ним. Так и знал, ёб твою мать, так и знал, сколько раз я уже тебя грохнул. Чё это? Он под Хроносом? Что вытворяю? Что навострил уши свои ебучие? Чё? Кто это? Говорить хочешь? Может, хочешь форму рассказать? Ну, блядь, рассказывай. По-моему, ты ему ребро сломал. И не только ребро. По-моему, ты его убил вообще, нахуй. Видишь, не хочет говорить.
А вот ты захочешь. Я теперь знаю, чё к чему. Слушай, мне уже надо быть на втором районе, а я ни хрена не собираюсь опаздывать из-за сраного хроносового торчка. Хроносового. Говори, откуда взял товар, я быстренько тебя урою и пойду дальше делать дела. Что такое хронос? А? Ты даже не в курсе, что такое хронос? Понятно. Целовака, зацени. Ах, что это игра. Не дохуя быстро целовал, какие-нибудь змеи рядом с Аль-Хасимом, когда поджигать будешь, все равно, что он шмали искал или еще какую-то херню. Это Аль-Хасим там на стуле сидит, я так понял, да? Уф. Ты че, живой? Ну и насрать. Ты один хрен сейчас назад прыгнешь, все откатишь. Не открывать глаза. А. Проснулся. Вот хорошо. Так, неважно, да? Я как-то больше выждал знаменитого змея. Я фанател от тебя. Иди нахуй. Сам иди нахуй. Это... Башку ему отчекрышу. Конечно, Ви. Понятно. Открыли глаза. Я не за Хроносом. Я и так под ним. Ви, на свидание опаздываешь. Чё? А зачем мне ему это говорить? Галакуба, значит. Так, понятно. Иди нахуй, не работает. Я не за Хроносом. Ты на свидание. Чё там бла-бла-бла, короче, все остальное. Какого хуя? Хуйню ты снимаешь, а не фильмы. Ты серьезно считал, что на меня похож? Мне аж стрёмно было, когда начал что-то там. Думаешь, блядь, мне твое уважение нужно, падла? Рот тебя ебал. Рот ебал. Сука, блядь. Я ведь мог... А ведь могла такая хуйная команда получиться. Ты и я, твой стиль, мой режиссерский талант. Искусство в чистом виде. Сука, блядь. Я тебя угандошу. Нахуй взялся твои вопросы. Он пытается тебя разозлить, Ви. Ты меня связал, чтобы я тебя зауважал хоть немножко, что ли? Сука, сука! Спасибо, что выполнил мою работу. Видал? С Аль-Хасимом что случилось? Он же ничего сказать не успел. Видал, что с ебаным Аль-Хасимом стало, сука? Видал? Гандон. Ты прям перенервничал, парень. Пиздец, Слава, короче, проблемы. Скажи боссу, что Аль-Хасим уже сдох, когда мы пришли. Эй, ребят, смотрите в фокус. Да чё не работает ты, ёпта? Ага, меч там он лежит, я все понял. Хм, замечательно, вот теперь-то повеселимся. Нихуя, это что такое было-то? Бля!
козел. Хронос так и не нашелся, не так ли? Но он ни хрена не сказал, и, по-моему, он знал, на кого мы работаем. Босс вряд ли поверит, что Аль-Хасим уже был мертв. Ты поставил меня в весьма затруднительное положение. Да, он все равно не знал нифига, откуда этим бизнесменам знать, как Хронос производится. Нам ученые нужны. Тогда, возможно, не надо их взрывать. Так он ничего не сказал бы. Ну вот, что с тобой прикажешь делать? И все же я впечатлена, что ты смог убить мечника. Возможно, босс даже простит твои психопатические наклонности. Да дело-то. Не скромничай. Я была на студии 51. Он убил десяток солдат без тени усилия и без тени сомнения. Он был готов к битве еще до того, как я напала. И... у него совершенно пустые глаза, бездушные, безжалостные. Ему плевать на задание, плевать на людей, плевать на самого себя. Я часто тебя отчитываю, но сегодня я тобой очень горжусь. Змей не какой-нибудь обычный ноль. Блин, снег. Как думаешь, босс, может, мне премию выпишет? Наверняка. Собственно, это он. Блять, ну нахер так близко, чуть ебало не отрезал, сука, охуеть. Передерничал. Блять. Добрый вечер. Я диспетчер. Ну-ка иди сюда, падла. Че? А? А, блядь. Курлевый уровень. На нахуй, одним ударом что ли его убил? А, нет, не убил. Подумал. Ебать. Твою мать, ну ты что, серьезно игра? Thank you.
Ну и чё ты не стрелял? Вот такой. Так, лучше, когда он рядом. Когда, в смысле, когда он сам вылезает. Воу. Да, блядь, бей. Чё ты делаешь-то, говно? Ну чё, всё заново опять, что ли? Ты чё за бред, блин? Ну, бля. Окей. Надеюсь, немного. Окей. Готов, пес. Лучше бы мы с ним на земле дрались. Гораздо эффектнее было бы. Ну нет. Уёбок. Из-за тебя я пережил самый, не самый приятный опыт. Ты что думаешь, для меня это впервые? Я вас нулей 6 штук завалил. Думаешь, я творог подзалупный? Думаешь, мне пиздец, нихуя подобного. Снег тебя не спасет. Знаешь, 1-0 в меня 7 ебучих пуль всадил. А потом я его нашел и сломал, как ебаную сигарету. Как сигарету, блядь. Думаешь, ты крутой, да хуя змей? А я тогда медоед. Он не змей. Я змей. А? Чего? Сложно тебя найти. У меня есть пара вопросов. Это еще кто, мать твою? Сегодня утром ты пропустил встречу. Я включил новости и сразу понял, почему. На шоссе догорает вертолет. Подобная резня совершенно неприемлема. Завтра мы это обсудим. Иди сразу домой, подготовься к следующему заданию. Ну, я не знаю. После такого замечательного вечера я бы что-нибудь бухнул бы. А, похоже, день у вас выдался так себе. Еблотини со льдом. Что? Это типа мартини с яблоком, что ли? Еблотини. Нам бы еще сраных полгода, блядь, мы бы... Жопу им натянули. Сраные интермерши, да хуя драться не умеют. С хуя бы они победили. Хули надо. Я сам служил. Смотри, только глянь, полумесяц доблести. Угу, конечно, где ты его взял? В ломбарде на 5-й? Молодежь пошла. В 3-м районе живут только наркоманы и ветераны, и ты и на армейцы не тянешь. Сколько завалил? Меня ранили. У меня амнезия. Ну ты сказочник, война 7 лет назад была, ты еще титьку мамку ему сосал, пока мы тут в джунглях дохли.
Да я же говорю, блядь. Мы бы победили, если б не эти хиппи. Заебучие из первого. Отнылись, нахуй, детишку убиваем. Нахуй труф. Дохлый хоббит. Я даже читать это не могу. Я понимаю. Давай угощу тебя, малый. Ваше здоровье. Чего опять-то? Нас так ненавидели, бля. Я что-то думал, у нас героев встретит. Думал, на год вперед натрахаюсь. Да это все эти. Псайкеры? Или как их там? Секретный правительственный отряд. Их в пробирках выращивают, чтобы... Где-то тебя там теории заговора мозг трахает, что ли, или что? Не слушай ты этого пердона. Знаешь про наркотик, который правительство создало? Нет. Короче, были такие. Типа отряд смертников. Уберзольдатен. Это в смысле элитные солдаты. Убер-солдаты? Что-то немецкая фраза какая-то прям очень сильно. Народ тысячами косили. Могли одно рыл деревню вырезать. Их вроде какой-то дури накачали, чтобы они могли будущее видеть. Или там типа мысли читать, или еще что-то типа того. У меня кореш видел одного. Сел в карты играть и все время выигрывал. Будто знал, у кого какая рука. В смысле... Про карт, небось, треплется. Звали Рей. Короче, это я все к тому, что там была какая-то мистика низкого сорта, а там... А дай они драться нормальным солдатам, хрен знает, может, мы бы и выиграли бы. Знаешь, я 7 лет ни с одной гражданкой так... с одним гражданским так не говорил. Врешь ты плохо, но человек хороший. Ну чё, твое здоровье. Твое здоровье. Мне очень жаль, но мы уже закрываемся. У меня уже в голове родительский дом. Начало. Я пошел. Где мой причал? Ваш счет уже оплачен. Пора идти. А кто оплатил мой счет? Воу. Тихо. А уже музычку... Подожди. Бармен, я тебя уважаю. Бармен, тихо. Секундочку. Че? Не! Продолжаем! Так. Где тут поссать можно? Ой! Малой! Дуро! Тихо, рассай, тихо. Добрый день. Дверь. Внутри дверь. Чего? Папа? Чё? Беги домой, ладно? Я тебя не понимаю. Помоги. Теракт в шоссе произошел. О, блять. Не дошел немножко. Прошло 3 дня. Открыть дверь? Допустим, да. Дару! Ты на меня больше не злишься? А с чего мне на тебя злиться? Я, прости, я вчера вечером тебе помочь просила, а ты даже слушать не стал. Я думал, ты на меня разозлишься. Я не в себе был. А. Папины друзья приходили. Мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Ой, блядь. Это я... Я вчера весь день не ел ничего. Да сейчас сообразим что-нибудь. Что, сейчас? Серьезно? Давай поглядим, что есть. Что, я тоже жрать хочу, бухал вчера. Тихо. У меня тут срачельник, правда, извини. За бардак. Сейчас разберемся. Дай. Гамбургер? Что это? Вы нашли протеиновую пасту? Будешь пасту?
У меня только протеиновая паста есть. Фу, извини. Голод не тетка. Так. Мне надо будет уйти, но ты можешь здесь и ночевать, если хочешь. Ну давай. Хорошо, удачного дня тебе. А там больше ничего не было в холодильнике, а то может это, я сейчас это... А, ну сел, живо. А, и начинается сейчас это... Ты какого хуя учудил вчера, а? Тебе сказали Аль-Хасима убить или полгорода разъебать нахуй. А теперь на федеральной трассе валяется 20 раздолбанных мотоциклов и злоебучий вертолет. Ты чё вообще удумал, уёбок? Имя Ви о чем-то говорит? Вам Ви? Что еще за Ви? Ну буква такая есть, блять, в латинице. Что за хуйню ты несешь вообще? А вся деликатность нашей деятельности, ты вообще в курсе, что наша миссия требует полной конфиденциальности? Извините, я что-то отключился на секунду. Еще решил пропиариться за чужой счет, потому что ты взял, блять, и повесил на свой ебучий лоб ебучую неоновую вывеску. Глядите, какой я! И наше начальство обратило на это внимание. Будь, блять, уверен. Хреново выглядишь, братиш. Сидишь, небось, и думаешь, как бы поскорее уколоться. Да у тебя у самого видок так себе. А? Ты про руки? Согласен, полный пиздец. Ну да, я тоже хреново выгляжу, наверное. Говёный день. То, что через что я прошел. Даже близко не валялось с тем, что ждет тебя. А ты не в курсе даже, да? Про ломку. Спрашивает, ты о чем? Это, ну, значит, у него и так уже ломка, походу. Ладно, ты о чем? Господи, ты реально не в курсе, а? Уёбок тупой. Все, приплыли, все и кончится. Ты этот наркотик выветрится, ты будешь агонизировать целую вечность. Время остановится, и ты окажешься в ловушке в собственной башке, вокруг только твои худшие кошмары. Будешь умолять, чтобы тебе дали сдохнуть, но смерть не придет. Также соседей твоих взять. Для нас они мертвы, но помнишь, я их упорол. У себя в голове они все еще живы, и их мучение никогда не закончится. Вечные муки, никто никогда не услышит твоих воплей. Слушай, а давай я покажу, что со мной сделал настоящий змей. Папку не забудь по дороге. Давай, блядь, только теперь без раздолбайства сегодня, ладно? Я бы даже счел это прозвище забавным, если бы твоя безответственность не поставила под угрозой нашей жизни и всю проделанную нами работу. Я не змей. О, прости за то, что так быстро кидаешься с выводами. Ну, конечно, ты не имеешь решительно никакого отношения к резкому скачку убийств в третьем районе. Это какой-то другой змей. Кое-кого и правда я... Кое-кого я и правда не трогал, я видел змея. Чё? Когда? На шоссе после Аль-Хасима. Это... очень неожиданно. Кто он? Высокий блондин с мечом. Нечеловеческий быстрый мечник. Вроде как мстит за что-то. Да, вот этот. Один человек подходит под описание. Он тебе что-то сказал? Что, у него есть вопросы к Ви? Ви. Один из трупов, надо полагать. Что ж, понятно. Очень замечательно. У меня были другие планы, но... Да, я хочу, чтобы ты выследил этого человека и убил его. Нельзя позволить ему принести еще больше проблем. Кто он? Постоянный источник головной боли. Еще больше, чем я полагал. Считаю, что
оказываешь обществу услугу. Ты идешь по очень тонкому лезвию бритвы. Провал недопустим. Иди нахуй. Если впредь твоя работа будет хоть на чуть-чуточку не идеальной, мы тебя заменим. Пошел вон отсюда. Как грубо. Кто там? Змей? А мы что, змеи будем? А как? Ты же мне сначала про папку сказал, а потом начал говорить. Потом мы про змей заговорили. Ты мне другую папку, что ли, дал, или что? Змей. Цель особо опасная и связана с убийством нескольких высокопоставленных чиновников. Последний раз замечен в казино Чайна Тауне. Возраст неизвестен, рост 190 сантиметров, цвет глаз неизвестен. Тип психики агрессивный. После успешного задания отправить код. L. Что-то какая-то дичь происходит, вообще нездоровая. Каждые 5 минут. Я уже, знаешь, я уже сам, наверное, как он себе, как главный герой веду. Я уже не понимаю, что реальность, что нереальность просто. Реально, что-то происходит, а что непонятно. То мы внезапно в прошлое возвращаемся, чего?